пророк. Но все же я смеюсь пророчествовать. Грядет звездный час. Подумать только. Два покрупнейших музыканта нашего времени сегодня впервые в жизни встретятся здесь, в Ляйске, гостиница. На площади. И так они сегодня впервые. Прилетевший из Лондона на шестерке престижных господин Георг Фридрих Гендель Арсей наших времен, самый, кстати сказать, высокооплачиваемый музыкант в мире и проживающий здесь, Ляйпциге, господин. Его фамилия Бах. Как? Бах или что-то в этом роде. Иоганн Себастьян, вот это точно. Иоганн Себастьян Бах, только что принятый после небольшой торжественной церемонии в общество музыкальных наук. Я предчувствую звездный час. Так что ж, Георг Фридрих, так что ж вот это все и есть торжество? Да не совсем, старик еще побренчит на клавесине. А если в зале заметят, что вас нет? Едва ли, я сижу в последнем ряду. Вы послушайте, господин Гендель. Кардиналы встают, когда я вхожу в зал. Даже английские короли приветствуют меня стоя, а здесь замечает меня только портье. Вы послушайте. Да, не раскрыт, он указывает мне на место в последнем ряду. Вот там я и сидел, почетный член этого уморительного общества. Моей собственной родине. Никто меня тут не знает. Прелесть. Что именно? Вот эта музыка. Да, вполне мила. Гений. Да ладно. Мне кажется, закончено. Надо было уехать. Просто взять и уехать. Он будет в сию минуту. Нет, это родина, это просто пустая. Трата времени. Я уезжаю. Ну, вы пригласили же коллегу. Я уезжаю. Ну, господин Гендель, вы же пригласили. От обеда коллегу. Ладно. А то и скажут, что оставил коллегу голодным. Конечно. У него такой вид, точно он готов съесть черта с рогами. Я сейчас приведу его сюда. Не то, чтобы я возлагал какие-то надежды на эту встречу. Вас, Боже ты мой, кого только не повстречаешь, странствуя по свету. Но я уверен, не стоит задирать нос, если это даже будет скромный музыкант или вот этот. Или вот этот. Ваш коллега, маэстро. Мой дорогой! Очень приятно! Входите! О, вы так любезны! Будьте моим гостем! О, вы так любезны! Добро пожаловать! Вы так любезны! Ну, будьте же вы столь любезны и захлопните дверь, а то дует ужасно! А, дверь, да! Входите! Прежде
ясно. Ну, откуда мне знать? Так вы же член, почетный член этого общества. Я еще и почетный доктор Оксфордского университета. И понятия не имею, чем они в Оксфорде, собственно говоря, занимаются. Ну, устраивайтесь поудобней. Сейчас приступим к трапезе. К трапезе? Ну, я пригласил вас на трапезу, достопочтенный коллега. О, вы так любезны. Ну, всего небольшая закуска. Кусочек того, кусочек всего. Паштет, зажаренный каплун. Спасибо. Может быть, омар. Самую малость. Но главного блюда я пока не выдам. Это будет сюрприз. Я почему-то думал, что мы сначала немного помузыцируем. Ну, немного голодный же желудок. Я бы вам с удовольствием кое-что сыграл. Сейчас. Но прежде давайте предадимся. Ладно, глоток вина. Нет, лучше потом. Наслаждаться нужно сейчас. Или никогда, потом другому достанутся услады. Это мой Шмидт. Вы, конечно, с ним познакомились. Очень приятно. Мой друг, единственный, неповторимый, печется о моих делах, удерживает прислугу от воровства. Переписывает ноты, я подозреваю, сам тайник сочиняю. Господин Герцог, я частенько в музыке своей обнаруживаю места, которые совершенно не похожи на мой стиль. Но в вашем, Герцог, в вашей музыке действительно много такого, что действительно это не похоже на ваш стиль. Мой Шмидт, шутник, мой наперсник, ах, что только не претерпел я с ним, а он со мной. Да, целых 30 лет. Однако ваше здоровье. Ах, чудное мгновение встретить мастера у себя на родине. Я всегда мечтал побеседовать с вами. Неужто? Это впервые где-то году 17-м, потом, кажется, что-то в 30-м. И последний раз это было где-то... Вот вы и беседуете со мной. Обычная история. Нищ владыка на чужбине, коли у него нет на родине, достойного наместника. А теперь приступим к наиважнейшему. К закускам. Сюда. Могу ли я себе позволить чистосердечно поздравить вас с оказанной великой честью. Морщики. Вот, наконец, тот, кто достоин этой чести. Вот, наконец-то, действительно достоин этой чести. Устрицы! Что? Спасибо. Я велел подать устрицы. Спасибо. Как, а разве там нет? Я кто ослеп? Маэстро. Я хочу знать, не ослеп ли я. Маэстро. Я что, ослеп? Маэстро! Да. Устрица – эликсир моей жизни. Устрица? Ну, разумеется. Коль скоро маэстро желает устрицы, маэстро получит устрицы. Он получает все, что не пожелает.
всему этому прощелыги надо обязательно хлопнуть дверью. И у кого он только этому набрался? Ну, садитесь же вы, наконец, дорогой мой. А, стареет мой Шмидт, как и мы все тоже. Тащимся по свету, чтоб в конечном счете оказаться стариками. Только и всего. Что с вами? А что со мной может быть? У вас глаза. А что с моими глазами? Нет, ничего. Да нет, ничего. Ровно все-то ничего. Я просто устал. Это Родина. Она меня просто изматывает. Куда больше, чем мой театр в Лондоне. Ай! Ну! Скажите мне о нашей с вами родине. Я хочу знать все. Что говорят здесь о моем Маковее? Простите, о чем? Ну, я надеюсь, здесь слышали о моем Маковее? Боюсь, очень немного. О Геркулесе, Самсоне, о моем Балтасаре. Тоже не слишком много. Моем мессии. Пока что не могу припомнить. Даже о мессии? Что до меня-то я очень ценю вашу Альмиру. Это было. С тех пор прошло 40 лет, господин Пах. Пах! Меня зовут Бах, господин Гандер. Гендель, господин Бах. Бах. Гендель через Е. Простите, ну в вашем приглашении было написано... Ой, это англичане пишут Гандель. Произносит Гендель. А. Впрочем, я и сам так себя именую в деловых бумагах. Садитесь. И между тем остаюсь Георгом Фридрихом Генделем, саксонцем из Галле. Снимите же вы ваш камзол. Нет, лучше не надо. Он что, у вас единственный? Мой лучший. Но у вас, я вижу, пустой бокал, дорожайший Бах. Бах, Иоганн Себастьян Бах. Ну, как бы там ни было, бокал пуст. Попробуйте Мозельского. В самом деле, хороший. Да, мой род действительно когда-то, в самом деле, именовался Пах. Ну, давно, еще в богеме. Мы, так сказать, богемцы. Саксонец. Да, конечно, мы саксонцы, конечно. Так, наш любимый саксонец, так называли меня итальянцы. Viva il caro Sassone! Это мои лучшие аплодисменты. Их уносят с собою в вечность. Вы тоже любите Италию? Я там никогда не был. Не были в Италии? Да, слишком далеко и слишком дорого. Но Италия не может быть слишком далеко для того, кто пишет оперы. Я не пишу оперы. Что?
Я не написал еще ни одной оперы. А? Поэтому-то я ни одной не знаю. Да я тоже просил писать оперы. Они просто не приносят больше дохода. Я предпочитаю делать оратории, они дешевле. Публика их обожает. Ваши тоже? Я не пишу оратории. Не пишете? Нет. А на что же вы существуете? Я кантор школы святого Хамы. А, кантор школы святого. Да. Кантор школы при церкви святого Хамы. Скромный, вот, скромный кантор. Официально меня именуют музыкальным директором. Ну, прекрасно, прекрасно. Музыкальный директор города Лейпцига. Ну, ведь это ж тоже дело нужное. Нет, кроме того, его светлость Куфюрст. Пожал ли мне звание придворного композитора? Ну, платит-то он, по крайней мере, сносно. Ничего не платит. Ну, а ради чего же вы сочиняете? Ради славы. Ну, ради нее я тоже сочиняю. За наивысший гонорар. Но вы что-то ничего не едите. Попробуйте артишоки. 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 А, артишоки? Они же стоят целое состояние. Ну, не выпускай вас, это не волнует, это же мое состояние. Скромный кантор. А, больше из тебя ничего не выйдет. Так говорил мне всегда мой отец. Герр-хирург. Он хотел вышибить музыку у меня из головы, пока я не сбежал. Да, я сбежал из дома. В Гамбу, в Италию, теперь в Лондон. Вы очень правильно поступили. Я? Правильно? Здесь нелегко получить место. Ну да, если только ты не Бах. Бах, господин Генри, Бах. Пускай Бах. Хотя, как я уже сказал, мой род действительно, на самом деле... Да меня не интересует ваш род. Ну, какая разница, зовут вас Бахом, или Канделем, или Гендерем. Важно, на что ты способен, что ты из себя представляешь. Не так ли? Так. Берите соус. Простите, что? Артишоки надо полить соусом, иначе они не вкусные. Что же это такое, быть кантором у себя на родине? Вас это в самом деле интересует?
невероятно. Я руковожу хором. В мои обязанности входит писать кантаты, а к Пасхе еще непременно и пассионы. Страсти по Матфею. А, вы их уже знаете? Ну, так же, как вы, мессию. Ну, что же, давайте выпьем за Отечество. За Отечество. За ваше членство. За вас. В обществе. В этом обществе. Наука. Вечер они вам устроили. Речи, речи, речи. Хорошая музыка. Она вам понравилась. Весьма мила. Да. Всего, знаете, всего небольшой канон, но принцип представляется мне забавным. Принципы. Ох уж эти принципы, они всегда забавны. Нет, я вам это смогу объяснить. Я, пожалуй, лучше сыграю. Не утруждайте себя, ради бога. Нет, это не так долго, не пугайтесь. Не я, надо. Я хочу слышать ваше ощущение. Так и любое, какое пожелаете. Любое. Да. Но, скажите, где-то здесь, мне казалось, был клавесин. Вы что? Вы близоруки? Да, с годами все хуже и хуже. Хуже и хуже? Да, в один прекрасный день я ослепну. А ослепнете? Многие в моем роду слепли. Да? А как это начинается? Вот я хочу спросить, как это проявляется, близорукость? Перед глазами темное пятно. Темное пятно? Да. И головокружение. Головокружение. Да, довольно противная штука. Да в высшей степени противная. Вам это уже знакомо? До тех пор, как у меня случился удар. Ах, у вас был удар. Да небольшой уже, давно залечили. Ой. Ах, какая же это все-таки. Как это. Жуткое ощущение, когда лежишь же беспомощно. Один-одинешенек. В то время как в театре царит сплошной хаос. Мрак. Вокруг мрак. А из мрака выползают призраки. Что еще за призраки? Да такие вот эдакие с париком на бекрень. В поношенном камзоле. Преграждаешь им путь. Вступаешь в поединок, кладешь на лопатки и прикачиваешь одного за другим. Пардон. Ну дайте же мне вашу тарелку, я вам положу что-нибудь поесть. Слишком любезно с вашей стороны. Да это чистейшее чувство самозащиты. Живот подводит, глядя на вас. Так. Зачем же вы все-таки приехали в Лейпциг? Так, смачки ради вас. Что? Вы сказали, будто бы вы ради меня. А, конечно, конечно.
зеленый. Нельзя же старого коллегу оставить одного в его звездный час. Ну, не такой уж я и старик. Да. Маринованная спаржа, а потом театр. Театр не дает мне покоя. Труппа слишком отрехлела. Вот, смотри, ручина недурственна. Я всегда езжу по делам, всегда по делам. Немного моя рана. Нам нужна молодая поросль. Публика требует свежатинки. Угощайтесь, милости просим. Благодарю. Благодарю покорнейше. Покорнейше. Благодарю. Я так натурально понимаю, что в Лейпциге-то нечем поживиться. В Лейпциге нет оперного театра. Нет. Его пришлось закрыть. Мой милый, в Лондоне ежедневно закрывается оперный театр и ежедневно открывается новый. В Лондоне, да, это город, настоящий город. Красивый должен быть. Жутко уродливый, но громад. И жестокий, как хищный зверь, ежедневно требует жертвоприношений. Моего мессии он не принял. Какая жалость. А мне было все равно, примут они моего мессию или нет. Мне было абсолютно безразлично. Устрица! Музыка! Подан! О, наконец-то! Шабли, Шмидт. Если кто-то и ценит меня в Лондоне, так это торговцы устрицами лондонские. Две дюжины на завтрак, три дюжины на обед и ужин. Но вы опять ничего не едите. Я боюсь, что я не так ловок. Вы что, не умеете есть устрицы? Не так, как положено. Да, драгоценный мой, это должно быть в крови. О, господин Бак, это очень просто. Да. Надо взять устрицу. Да. Вот так. Затем просто вскрыть. Раковину, вот так вот, вот так вот, вот так, вот так, вот, нет, вот так, вот, а затем просто проглотить, вот так. Вот так, вот так, вот так. Ну, да. Нет, отлично. Нет, 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 не так, нет. Вот так, вот, вот, вот так, вот так, вот так. А. Да. Отлично, Шмидт. Ведь у господина Генделя вначале тоже не получалось. Нет, я, по-моему, сказал, что все хорошо. Вот так. Да. Но. Мне же просто пришлось учить его, как правильно есть. Вот так. Вот так. Исчезни. Ну, это ведь не у каждого в крови. Да. Исчезни, я сказал. Но господин Генделя... Исчезни мигом. Так вы что, вы никогда не ели устриц? Один раз в Гамбурге. Ну что ж, там вполне приличные устрицы. Во рту целый океан. А. Ну. Но в Лондоне устрицы лучше. Они просто несравненны, да. Как... сам город. Я бы с удовольствием отправился туда на гастроли. Вы? Да. А устрицы в самом деле
просто объедение. Каких наслаждений лишена наша родина? Вы что, хотите отправиться в Лондон? Вот так. На пару концертов, может быть. Лимон. Простите, что? Выдавите лимон в ваш океан. А, лимон, а. Да. Мне бы только на пару концертов. Ваш театр, надо полагать, временами пустует. А, после каждого провала. Мне даже не нужно большой гонорар. Мне бы только сыграть в Лондоне. Хотя в деньгах я очень нуждаюсь. Вот так. Я бы вам советовал выбросить эту идею из головы. Немедленно. Вы не советуете? Ну, у каждого города свой масштаб. Но вы же там пользуетесь успехом. Ну, я под стать этому городу. Его жестокость, его остроумие, всему этому я под стать. Вы знаете, как меня окрестили в Лондоне? Знаменитый Гендель. The charming brute. The charming? Очаровательное чудовище. Чудовище. Да, таким и надо быть в Лондоне. Ваше здоровье? А давеча, некий художник изобразил меня на фоне громадного органа. Это намек на то, что у меня слишком громкая музыка. Ну, блеф, конечно. У ног моих батарея бутылок, а сам я со свиным рылом. Форменным образом со свиной. Какая мерзость. Великолепно. У вас превосходное чувство юмора. А без этого в Лондоне погибель, иначе этот хищный зверь сожрет тебя с потрохами. Сейчас, по-моему, у меня этот рисунок с собой. Сейчас мы себе живот надорвете со смеху. Ну, вряд ли. Вот. Художник Джон Галки. Добрейший человек. Добрейший. Весь Лондон сотрясался от хохота, но никто не смеялся так, как я. Это единственный способ смеяться самому громче всех, чтобы заглушить все остальное. Ну, как мои эти ужасные певцы, которые поют в моих операх. Хохотать самому громче всех. Что это вы смеетесь? А? Это ужасно смешно. Но я бы сказал. И очень похоже. Свиное рыло? Очень потрясающе просто. Это могила. Мой враг. Мой враг. По политическим мотивам. Устрицы становятся все вкуснее и вкуснее. А я наелся. О, что только не сочиняли про меня эти наушники, что я обжора. Обжора, что не способен завести жены, детей. Ну когда, скажите мне, художнику, заниматься с семьей? Я жена. И дети есть? 20.
20. Многие умерли. Вот цена славы. Простите, что? Все эти завистливые нападки, атаки. Против них один только способ. Это постоянно добиваться успеха. Не детишек делать, а добиваться успеха. Успех за успехом. Как будто создаешь крепость, замок. Я живу в замке. Своей славы, господин Бах. Как это хорошо. Да ничего хорошего. Одиночество. Одиночество бесконечное, как вселенная. Ох, оставайтесь вы верным родине, господин кантор школы святого. Здесь не надо быть чудовищем. Здесь можно жить и быть счастливым с женой и двумя десятками детишек. Здесь не надо вечно бороться. Все время быть начеку, чтоб тебя кто-нибудь не спихнул, как мне приходится всю мою жизнь. Тогда в Гамбурге с Матизоном. Матизоном? А, этот друг моей юности. Знаменитый критик. Такому не попадайся на язык. Но обо мне он пишет очень мило. Матизон? Да, он считает меня, я думаю, очень хорошим композитором. Вах. Да, он называет меня... гением. Он и тогда любил преувеличивать. Я, дескать, я мог бы быть гордостью нации. Гордостью нации. Это Матизон так сказал. А что он говорит обо мне? В последнее время не очень много. Это же болтун! Ой, вы бы послушали, как он поет. Вы бы посмотрели, как он дирижирует, как сочиняет, его Клеопатра, где он собственной персоной исполняет Марка Антонио. Мне пришлось стоять за пультом во время этой катастрофы. Так что же делает мой братец Матизон? Он вдруг замечает. В своем так называемом шедевре ужасную ошибку. Какую же? За полчаса до финала он умирает. Так, Матизон? Кончает жизнь самоубийством. Матизон? Да нет, Марк Антоний. А, вот. Так. Все аплодисменты поэтому достаются мне, дирижеру. Ну, это было непереносимо. Он просто с ума сходил, пока его не посетила спасительная идея. Что за идея? Ну, типичный Матизон. Ну, это нельзя рассказать. Это надо показать. Идите-ка сюда. Я еще не кончил есть. Ну, идите вот сюда. Сюда. Идите сюда. Так. Я Матизон, а вы это я. Я Гендель? Да, вы дирижер. Дирижируйте
оркестром. Итак, на сцене Матизо. На сцене Матизо. В роли Антония. В роли Антония. Он поет свою арию и убивает себя. За полчаса до финала. За да? полчаса до финала. Да, да, да. И теперь он должен уйти со сцены. Но он же мертв. Ну, так положено по театральным канонам. Ага, ага. Но он не уходит со сцены, а направляется ко мне в оркестр. Ко мне? Ко мне. Да ко мне, потому что вы-то Матизон. Ах, да, 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 да. Так, я направляюсь в оркестр, а там стоите вы дирижируете. Я отталкиваю вас туда. Ну, день, аплодисменты должны достаться вам. Он хотел меня спровадить, чтобы дирижировать сам. До самого финала. До самых аплодисментов. А, гениально. Ну, как это понять? Теперь аплодисменты достанутся ему. Ему, а не мне. Это было подлость Песовского. Ну, почти. Почти, драгоценный мой, ведь кроме него там был еще и я. Вы в роли Генделя. Я отпихнул вас, теперь вы толкаете меня. Господин Гендель, я... Ну, я же Матизон, а вы? Вы но... Гендель? Ну? Ну? Матизон видит, что я превосхожу его. По физической силе? По физически, да. Да, и спасается бегством. Да. Я за ним. А? Я за ним. А. Да. И тут мы оба обнажаем шпаги. Ну, вашу шпагу. Он целится в меня и колет. Господин Гендель, что вы... Это самое... Я мог быть покойником. И я тоже. Ну, это игра. Игра с призом. Он хотел меня спихнуть, он до сих пор мечтает об этом, но меня не спихнет никто. Никто. Я отразил это нападение, как и все остальные. О, настоящее чудо. Чудо. Пряжка от камзола предохранила меня от смертельного укола. Но у меня после этого 2 недели ныла грудь, вот как и сейчас. А вы, должно быть, очень переволновались. Ну, так, самую малость. Ну, что ж, вы хотели? Не? Поиграть? Я вам? А! Да, прямо сейчас. Ну, а поиграйте же. Как прямо сейчас? Я хочу постичь ваш день. А. Ну, тогда, может быть, а, тогда, может быть, клавирная партита №2. Нет, пожалуй, гольдбергские вариации. Я их сочинил для графа Кайзерлинга, потому что его мучила бессонница. Ну и как же принял Морфей его в свои объятия? Я надеюсь. Ну, моя музыка, правда, ни на кого еще не наводила спячки. Ну что же, играйте вашу сонную музыку. За здоровье графа Кайзерлинга. Клавирная партита №2. Мускатель. Thank you.
птица номер два. И тянь. Расслабляй. Да, вам понравилось? Не очень. Очень сложно. Вы должны попробовать мускатель. Ох, ну тут есть еще одна бутылка. Конечно, это только так, пустячок, но... А, пустячок, ну теперь вы должны, наконец, поесть. Даже еще. Ну, пары устрицы не будешь. Сейчас нам подадут суп моего собственного сочинения. Когда композитору не лезут в голову оперы, то остаются, по крайней мере, супы. Да, знаете, собственно говоря, принцип партиты очень прост. Не скажите, я долго выбирал между тимьяном и розмарином. Я просто полистал нотную тетрадь моей жены. И остановился на тимьяне. И нашел там простенькую арию. А, аромат, да. Аромат, какой-то особенный аромат. Да, и потом просто варьировал ее, очень просто. Да, очень-очень просто. Это так же просто, как устрицы кушать. Да, да. Это такая сложная музыка, какую я еще и не слышал. А что, если мне здесь исполнить моего мессию? В тихий вечерний час соберутся соседи из Галле. Ну что, я на определенных условиях мог бы согласиться на гастроль. Нашим мессией? Ну, к примеру говоря, в Саксонии. Равно, как и дать пару концертов. В церкви Святого Фомы. Ну, я надеюсь, там отличная акустика. О, превосходно. Аллилуйя. Да. Люди встают. Тишина. Тишина. Мгновение, когда слышно, как сердца бьются в унисон. Красивая мечта, конечно. А я ее осуществлю. Вы хотите играть в церкви святого Фомы? Ну, за относительно низкий гонорар. Относительно низкий. Ну, вы только представьте себе, господин Гендель, церкви святого Фомы. А? Вы знаете, я бы вам не советовал. Вы не советуете? Здесь... Здесь не Лондон. Здесь от музыки лопаются не только барабанные перепонки. Драгоценный мой, у меня нет отбоя от поклонников во всем мире. Да, но только не в Саксонии. Кардинал Атабони, мой давний друг, чуть ли не на коленях умолял меня еще раз приехать в Рим. Вице-король Ирландии валялся у меня в ногах. Ирландия не ляется, господин Гендель. До этого города надо расти. Вы не знаете наших критиков. Критики. Даже меня они не жалуют. Может быть, критики прав? Ну, критик всегда прав. Да. Может, ему же за это платят. Да, и потом... Мои страсти по Матфею, это действительно не так плохо. И что же гласит ляйцепская критика, что этому не место в церкви, это годится для оперного театра? Да, здесь их исполнили всего один раз, один. Раз. Нет, господин Гендель,
здесь уж действительно нужно обладать некоторым уровнем, чтобы искать успех. Некоторым уровнем. Вы живете в замке вашей славы. Вы не подозреваете, какую боль может принести вам провал. Особенно в вашем возрасте. Ну, не такой уж я древний старик. Ну, такой же старик, как и я. Это не тот возраст, чтобы репетировать провалы. Я эту науку освоил уже в юности. Я тоже. И основатель, чем вы в вашем залитом солнцем в садике. Да что тут знают о настоящих катастрофах? Что у вас тоже бывали провалы? Без конца. И гигант, и гигант. О, да тут понятия об этом не имею. А там это борьба без конца, без конца борьба. И вы ее выдерживаете? Да, с гордо поднятой головой, не теряя мужества. Ну как тогда с этой оперой? Пастырь, этой карикатурой мерзкой на мои оперы. Ну, да вы же знаете эту халтуру. Нет. Вы первый. Потрясающее поползновение на мое искусство. Мое творчество осмеяно, охайно, оплевано, заклеймено позором. Да что я говорю? Вся Англия, весь мир. А я стоял и смотрел. Шум гороховый целого столетия. Суп! Суп! Я рассказываю про оперу нищих. О, это веселое было время. Оно вообще не было веселым. Ну как, мы тогда же все животы надорвали. Право, это было так смешно. Опера. Опера вот все точно так, как у господина Гендаля. Только действие происходит между мошенником и гангстером. Надо. Какова? А в финале оперы главарь гангстеров стоит под виселицей, представляете, и поет. Под виселицей. Да. Да. Гангстер. Да. Вот как обычно поют герои, господин Кенстер. Да, это действительно забавно. Ну, и то безумно забавно. Да. И колоссальный успех. Ну, хватит, хватит. Колоссальный успех. Ну, почему хватит? Наш повар 5 раз ходил на этот спектакль. А я даже шесть. Позвольте. Да, господин Бас. Мог бы я попросить у вас салфетку? Пожалуйста. Да. Да, простите. Господин Бас, вы мне позволите сказать ко мне слово? Знаете, мой камзол самый лучший. Я имел смелость подслушать вашу игру. Уже дважды перелицован, и поэтому я попросил вас. Господин Бас, это восхитительно. Это просто великолепно. Это превосходно. Вы должны... Вы просто обязаны приехать в Лондон на гастроли. Лондон ничего подобного не слышит. Убирайся! Исчезни! Вместе со своим супом! Вот вас они точно не слышат. Исчезни, я сказал. Нет, 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 вас нет. Вас? Никак так.
Давай выйдем. Сквозняк. У вас... Как и у вас. Но я хочу сказать, что все эти провалы, поражения, катастрофы не имеют никакого отношения к моему искусству, к моему художественному значению. Вам понятно? Нет. Сказать, что причина всего этого крылась в высокой политике, само собой разумеется. Само собой разумеется. Смит, он не понимает. Но мои произведения, они творили мировую историю. Ну, мировую историю. Я слыл другом короля, а... Премьер-министр, старый, добрый Волпо, был противником кронпринца, который враждовал со своим отцом, ну а стало быть и со мной. Ну остальное вы можете вообразить. Нет. Ну еще раз. Стало быть, я был другом короля. Нет, это я понимаю. Понимаете? Да. А стало быть, кронпринц был противником моего друга Уолпола, который был другом мне, но был противником кронпринца, потому что я, потому что я был другом короля, а не его противником. Ну вот вы понимаете. Нет. Ну я тоже не до конца. Но как бы там ни было, но последствия были ужасные. Тут просто переманили моих лучших певцов. Моя жена готовит точно такой. Натравили на меня гангстеров. Но она обходится без тимьяна. Угрожали мне убийством. И надо сказать, от этого суп становится только лучше. У вас что, нет врагов, господин Бах? Врагов каких? А, врагов? В вашем честном мирке. Врагов хватает. Они вам уже угрожали убийством? А? Убийством. Увольнением угрожали. Это что, так плохо? У меня большая семья. А, понимаю, приходится кланяться, угождать, да. Вымаливать подачи. Да, большей частью. Но иногда я теряю терпение. Да. Вот, к примеру, играет один музыкант, органист. Ну, уши вянут. Я ему говорю по-дружески, послушай, тебе бы лучше сапоги точать. Да. Ну, слово за слово, мажиотаж, я срываю с себя парик и... Оп, и напяливай его на этого дилетанта. Господин Бах. Да. А он, что делает он? Что делает он? Он все принимает на свой счет. Да. Я ему потом говорю, я против тебя ничего не имею, только против твоей ужасно убогой игры на органе. Ну, разговаривать с этим человеком бесполезно. Вот так вот приобретаешь себе... врага и неизвестно от чего. Мои ученики. Это звери хищные все до одного. Еще к тому же недоучки. На медне один
нажаловался на меня. Я ему, видите ли, каждую ночь являюсь во сне. Кошмар! Да. Он удалился. Какой ужас! Да, да. Во сне уже. Да все равно. Во сне. Да. Но это бездарная личность. И ничего они не заслуживают. Они не заслуживают ни меня, ни моего искусства. Стакан вина тоже. Да ваш суп, суп отстынет. Не люблю я ваш суп, Семьянов. О, вы чудовище. Вот все так говорят. Да нет, настоящее чудовище. Да, но приходится им быть. Иначе тебя эти хищные звери разорвут на куски. Был однажды в хоре такой жалкий субъект, Гейерсбах. Я уж не помню, назвал его фаготистом, пескуном или что-то в этом роде. И когда я весьма поздний час возвращался домой, сопровождение очень милой особы, между прочим. Этот тип вдруг неожиданно возникает передо мной из-под земли. Ну, это вот невозможно совершенно рассказать, это надо показать. Встаньте, пожалуйста. Встаньте. Я кушаю. Я Гейерсбах, а вы я. Милая особа, мы себе вообразим. Ну, я говорю, я кушаю. Ну, тогда я Гейерсбах. Нет, тогда вы... Да. А я, это я. Я слушаю, я говорю. Ну, в таком случае не можете продолжать спокойно доедать ваш противный суп с тимьяном. Но, господин! Бах! Вот точно так, вытащил передо мной Гейерсбах, я вытащил свою. Бабы! Господин Гейерсбах! Это игра с привидениями. Да. Ведь это мое вино. Я вижу, человечеству с вами нелегко. И мне с ним тоже. Это Рейнская? Из Арктской долины. Для этой марки слишком легкая. Я сам бываю груб. Печанин блюд. Репутация обязывает. Да. Но есть же какие-то пределы. Ну, разумеется, а то Кюрфюрст. И дальше что подумает обо мне его светлость? Ну, значит, его светлости вы не швыряете в лицо парики. Значит, вы все-таки делаете различия. А то как бы я получил мое звание, мой титул. Здесь надо соблюдать политес. Книксен, поцелуй в ручку, сочинить мессы, которая бы усложняла княжеский слух. О, мне пришлось довольно долго клянчить, прежде чем все это произошло. Я знаю. Что к чему? Да, ну, значит, вы выклинчили ваш титул, да? А вы нет. Ну, да меня умоляли его принять. Вы баловин судьбы. Ну, если б я был скромным кантором, мне б тоже пришлось искать милости у власть придержащих. Но за место этого я показываю им свою голую задницу. Это вы нашему курфюрсту? А всем правителям на свете. Господин Кемпин. Морской язык. Господин, морской язык. А
их нашло? Дуэль больше всего. Дуэль? Да, игра с парочкой призов. Так. Мои старые знакомцы. Ну, когда же, наконец, нам подадут еду? Морской язык. Морской язык. Аля, Ольга.